Сегодняшнее утро для многих жителей Одинцовского округа началось со звуков страшных хлопков, похожих на взрывы. Оказалось, что это работает система ПВО. Ситуацию разъяснил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале. Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов. Это работает наше ПВО. На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников. Прошу жителей сохранять спокойствие. Все экстренные службы работают. Также беспилотники были замечены в Красногорском и Истринском округах и в районах столицы. В нескольких зданиях в Москве в результате атаки беспилотников произошли незначительные повреждения. Мэр города Сергей Собянин сообщил. Никто серьезно не пострадал. Доверяйте только официальным источникам и не распространяйте непроверенную информацию.